страшно. А я и не боюсь. Хорошо, что приехали. Спасибо вам. Все. Все, аппарат работает. Так. Ну, я подлаживаю. А что этот аппарат измеряет? Сатурацию, либо насыщенность кровью кислородом, и сразу же выдает пульс. Пульс получается 97 насыщенность, пульс 73. Утреннюю гимнастику делаете? Систематически? Ну, я даст. Коли работала в начальной классе, значит, совсем гимнастика была 47 лет. Так. 4,63. Это сахар? Нет, нет, это холестерин. А сахар вы измеряете? Так, а есть сахар, у вас 5,0. А? Очень хорошо, у меня человека день рождения. Да вы что, вы в день рождения пришли? Да. Сейчас а почему вам... именно в день рождения пришли? 84 года решила так сюда прийти. Все анализы проходила в школе и сейчас прохожу. Как проходила, так и прохожу. Почему это важно? Очень важно. Если бы анализы не проходить, я бы уже давно там была. Да. Я долгий учительница. Состояние сердца в данный момент, ритм его. Пульс, миокард. Выдаем результаты кардиовизора, глюкозу, холестерин, экспресс-тест. И отправляем к психологу и к терапевту. Простые углеводы. Конфеты есть. Вот, это простые углеводы, которые очень быстро переходят в жиры. Я не говорю, что совсем их убирать. Все равно же хочется. Ну хотя бы кушать в первой половине дня. Старайтесь на ужин что-то более легкое.